Добрый день, дорогие садоводы! С вами Петрова Лидия, руководитель Центра природного земледелия «Сияние» в городе Минске. Уже на дворе август, и совсем скоро мы с вами приступим к посадке пионов. Эти королевские шикарные растения украшают практически любой садовый участок. И должна сказать, что сейчас в настоящее время огромное количество расцветок, большой выбор сортов, и каждый год создаются все новые и новые шикарные межвидовые гибриды. А какие чудесные лепестки по форме бывают у некоторых из них, это просто чудо. И вот для того, чтобы этот красавец радовал нас своим шикарным цветением каждый год и очень хорошо рос и развивался, его нужно правильно посадить. И давайте теперь об этом поподробнее. Во-первых, выбирая место посадки, нужно будет учесть несколько факторов. Самое главное, чтобы в этом месте не стояла вода, потому что застоя воды пионы крайне не выносят. Второе. Какое освещение? В идеале, чтобы было так. Пион любит освещаться солнцем с утра и с вечера, а в полуденный зной, в полуденную жару, пускай он хотя бы чуть-чуть притеняется. И третье, посадочную яму нужно готовить заранее. В идеале, чтобы вы для осенней посадки приготовили яму уже с весны. Если же так у вас не получается, и посадочный материал вы получили позже, ну хотя бы за 2 недели. Но так как я сегодня буду вам показывать все этапы посадки, мы будем сажать прямо сегодня. Сегодня выкопали и сегодня будем высаживать. И какие бывают саженцы? Посадочный материал бывает либо же с открытым корнем, это так называемые деленки, и также посадочный материал бывает в горшках. Вот именно такой вот горшочный вариант мы сегодня и будем высаживать. И хочу заметить, что цена на пионы бывает разная. Бывает часто так, что один и тот же сорт имеет разную стоимость. Чем это обосновано? Да просто у них разное количество цветочных почек. Бывает так, что саженец имеет 1-2 цветочные почки, 3, 4, 5, 6 и даже до 10. И чем больше цветочных почек, тем дороже будет такой саженец. Сегодня высаживать я буду гибрид Паула Фэй. Это замечательный межвидовой гибрид. Он отличается тем, что очень хорошо разрастается и очень здорово держит свою форму. По размеру куста он по ширине идет примерно 50 сантиметров, а по высоте 80-85 сантиметров. Данный сорт имеет потрясающую морозоустойчивость. Он выдерживает температуры до минус 33 градусов. Но хочу вам напомнить, что любые растения в первые 2 года после посадки мы с вами на зиму укрываем. Паула Фэй относится к полумахровым гибридам. У него очень интересная форма цветочка, несколько рядов лепестков. Цветы имеют ярко-розовый оттенок с таким коралловым отливом. И этот отлив, этот оттенок, он меняется в зависимости от освещения. А размер цветка в 2 ладони. Он может доходить до 20 сантиметров в диаметре. Потрясающий гибрид. Форму держит очень хорошо. Жесткие прямостоящие побеги, не разваливаются, шикарный. И мне еще, что в нем больше всего нравится, что этот гибрид практически никогда не болеет. Он имеет отличный иммунитет почти ко всем инфекциям. Пионам нужен плодородный, хорошо аэрированный грунт. Поэтому мы с вами готовим хорошую посадочную яму. По ширине яма будет 60 сантиметров, и по глубине она тоже идет 60 сантиметров. И так как вся яма будет заполнена вкусным плодородным грунтом, уже на следующий год пион выдвинет очень крепкие, мощные цветоносы, даже вот с палец толщиной они бывают. И вот такие цветоносы смогут выдержать вот этот вот огромный бутон. На дно посадочной ямы мы насыпаем дренаж слоем примерно 5 сантиметров. Отлично, если это будет керамзит, ну на худой конец можно использовать и пенопласт. Нам дренаж нужен для того, чтобы в зоне залегания корней не стояла влага. Так как я уже говорила, пионы совершенно не переносят застоя влаги. Итак, дренаж мы насыпали, и теперь будем готовить питательную почвосмесь. Для того, чтобы подготовить питательный грунт для пионов, нам понадобится сам плодородный грунт. Мы его берем
из верхней части посадочной ямы. И поэтому очень рекомендую вам, когда вы выкапываете посадочную яму, делайте вот именно вот так. В одну сторону ссыпайте верхний плодородный слой, и в другую сторону, в отдельную кучку, нижний неплодородный. Как правило, здесь песок, глина, камни какие-то, но он нам тоже понадобится. Итак, вот одна часть у нас идет как раз из верхнего слоя посадочной ямы. Также вторая часть у нас будет идти компост, и еще одна часть идет хорошо перепревший перегной. И эти части мы сейчас будем смешивать. И в дополнение у нас еще понадобится 2-4 литра биогумуса. Но их я буду использовать для второй части почвосмеси, которую буду засыпать уже в финале. То есть пока сейчас она нам не нужна. Чтобы было удобно перемешивать грунт в достаточно большом количестве, удобно использовать какую-то плотную жесткую поверхность, либо же какой-то большой кусок фанеры, либо, как здесь вот у нас, кусок старого баннера. И вот берите вот так вот слоями, рассыпайте один слой, сверху насыпаете второй слой, это у нас компост идет. Так, и потом на компост уже насыпаем конский перегной. Так, и теперь как перемешать хорошо эти все части. Просто берем лопату и вот таким вот образом пересыпаем грунт. И когда я 2-3 раза вот так вот пересыплю из стороны в сторону, все составляющие очень хорошо перемешиваются. И таким образом у вас будет большое количество, вот у нас сейчас получается 60 литров подготовленной питательной почвосмеси. Ну и лопатой делать это намного удобнее, нежели руками, да и быстрее. Можно и вдвоем, один с одной стороны перекидывает, другой с другой стороны. Обычно на такую посадочную яму такого вот размера, как мы выкопали, нужно два раза вот так вот грунт смешать. То есть в итоге будет где-то литров 120, наверное. Так. И сейчас я вот хорошо пару раз перемешаю и начнем заполнять. Итак, грунт я смешала, и теперь буду заполнять этим грунтом посадочную яму. Можно сразу в яму закидывать, а можно и вот так ведерко, а потом поднести. Самое важное — это то, что мы должны будем этот грунт утрамбовывать. То есть будем залазить в яму и топтаться. Для чего мы это делаем? А потому что яма заранее не подготовлена. И если тщательно вот так вот не утрамбовать, пион затянет. Грунт осядет, и пион затянет вглубь ямы. Чем это нам грозит? Да тем, что он просто не будет цвести. И именно поэтому очень часто у садоводов пионы не цветут по несколько лет. Их в яму затянуло. Дело в том, что цветочная почка, она тратит очень много сил на то, чтобы выдвинуть побег из такой глубины. Заглублять цветочную почку можно только от 3 до 5 сантиметров, совершенно не больше, только так. И получается, что он все силы потратил на выдвижение побега, и на цветение сил уже не осталось. Так что наполняем и каждый слой очень хорошо вот так утрамбовываем. В процессе, как вы наполняете яму и утрамбовываете, горшок периодически ставим и примеряем. Очень важно уловить такой вот момент, что корневая шейка, это место, откуда вот идет разветвление корней, и вот и тут стебельки вверх, она должна быть на уровне грунта. Для того, чтобы это хорошо увидеть, очень удобно положить поперек ямы ровную доску и таким вот образом примерять. Вот сейчас мы как раз досыпали и уплотнили грунт до нужного
размера. И вот как раз вот я вижу, что у нас побеги идут как раз на уровне грунта. Все, теперь мы смешаем вторую часть грунта, более плодородную. Теперь во вторую часть грунта, которую мы будем добавлять непосредственно вокруг горшка, мы добавим 4 литра биогумуса. То есть в нашу почвосмесь досыпали биогумус и еще раз хорошенечко перемешали. Теперь, тогда, когда мы досыпали грунт до нужного уровня, вот у нас в центре должен будет стоять горшочек, нам теперь нужно будет очень аккуратненько достать пион вместе с земляным комом из горшка. Чтобы это сделать хорошо и чтобы ком не развалился, желательно дня два пион вообще не поливать, тогда грунт хорошо будет отставать от стенок горшка и с легкостью достанется без повреждений. Вот так вот немножечко обжимаем со всех сторон. Мы обжимаем и сверху, и снизу. Делаю вот такие вот чуть-чуть ужимающие движения. Потом берем и аккуратненько переворачиваем. То есть наша задача, чтобы ком вот этот вот как можно лучше сохранился. Вот посмотрите, какие замечательные беленькие всасывающие корешки. Прекрасная корневая система у данного саженца. И вот как раз вот эти беленькие корешочки нам нужно и сохранить при вот такой вот посадке. Сейчас аккуратненько ставим его в центр. Вот так. Вот какой красавец. Ком практически у нас не рассыпался, несмотря на то, что грунт очень рыхлый. Отцентрировали. Ни один корешочек у нас не пострадал. И теперь вокруг этого земляного кома мы будем подсыпать питательную почвосмесь, в которую мы добавили биогумус. И вот таким вот образом подсыпем и тоже немножко уплотняем. Ну, здесь уже можно делать это руками. Вот таким образом. Сейчас досыплю до такого вот уровня, как он рос в горшке. Теперь из неплодородной части грунта, который мы вынули из нижней части ямы, я буду делать поливочный валик вокруг нашего посаженного саженца. Вот таким вот образом насыпаем. Вот так вот. Так будет очень легко его поливать. Сначала нужно подсыпать, и потом немножечко валик вот так вот руками уплотнять, чтобы он не рассыпался и не разлезся под дождями. Вот таким вот образом. Сейчас я сделаю вокруг посадочной ямы вот такой валик. Поливочный валик я сделала. Вот он вокруг растения. Теперь нужно саженец хорошо полить. Тем более я его не поливала 2 дня. Мы берем на 10 литров воды 20 капель HP-101. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Для чего HB-шечку я добавляю? А чтобы очень хорошо прошел процесс укоренения, тогда саженец вообще не испытывает стресса и очень ловко, очень хорошо приживается. И вот так вот хорошенечко польем. В зависимости от того, какой у вас будет влажности грунт, уходит на полив саженца 5-10 литров раствора. Вот так вот хорошенько поливаем. Вода еще хорошо уплотнит. И после полива мы проверим, на какой высоте остались цветочные почки. Сейчас подождем, пока грунт впитает всю влагу. Влага впиталась в посадочную яму. И теперь проверяем, на каком уровне остался пиончик. Все хорошо. На том же самом уровне, как и был, потому что вот
видим грунт, который был в горшочке, так что почки остались на необходимом уровне. Что делаем дальше? Вокруг кустика просыпаю сияние двоечку, примерно где-то уходит 1 столовая ложка. Это необходимо для того, чтобы полезные бактерии сияния перерабатывали органику, которой в нашей посадочной яме довольно-таки много. И таким образом будут готовить питание для наших растений, для нашего пиона. Сверху по сиянию будем мульчировать скошенной травой. И вот когда мульчу закладываем, не прижимайте плотно к стебелькам, пускай немножечко места остается. Мульча тоже будет перепревать, давать дополнительное питание для пиона. В то же время она не позволит почве перегреваться в солнечные дни. Грунт будет оставаться прохладным, а корни пиона хорошо растут только в прохладном грунте. В горячем грунте корни нарастают очень плохо, очень тяжело. И какое еще полезное действие мульчи? Поливы, дожди не будут уплотнять грунт. Грунт не будет покрываться коркой. И таким образом корни будут очень хорошо дышать. Пиончик будет хорошо развиваться. Так что мульчируем обязательно. Так, все, отлично замульчировали. И дальше прямо по мульче раскидываю гранулки HB101, потому что уже середина сентября. Вы, возможно, будете еще немножечко позже высаживать свои пионы. И мы рассыпаем примерно 1/10 часть пачечки прямо вот так вот вокруг по приствольному кругу. HB101 будет медленно растворяться и поддерживать иммунную систему растения. Растение хорошо подготовится к зимовке и порадует нас в следующем году пышным цветением. Ну все, пиончик наш посажен. Надеюсь, что он очень хорошо приживется, даже уверена вот в этом. Что мы будем делать дальше? Через недельку я на всякий случай от корневых гнилей пролью наш пион фитоловином в дозировке 20 мл на 10 литров воды. Фитоловин очень хорошо помогает от различных корневых гнилей. Еще через неделю пролью либо сиянием 1, если не будет дождей, а если будут идти дожди, то точно так же двоечку просыплю по приствольному кругу, потому что нужно будет внести полезные бактерии. Фитоловин хоть и природный, но все же антибиотик, и полезные бактерии, к сожалению, он убивает. Все, тогда мы бактерии внесем, и уход как за обычными растениями, которые рядышком растут, за теми же розочками, за малинкой. Раз в неделю опрыскиваем биококтейлем. И раз в 2-3 недели опрыскиваю на всякий случай для профилактики аптечкой садовода. Хотя, как я уже и сказала, Паула Фэй обладает отменным здоровьем и практически никогда не болеет. Конец лета и осень – это замечательное время для посадки. Уже не так жарко, а до устойчивых холодов еще достаточно много времени. Саженцы успевают хорошо прижиться на новом месте. Дорогие садоводы, в нашем садовом центре «Сияние» в городе Минске вы можете купить замечательные саженцы пионов, шикарные метельчатые и крупнолистные гортензии, клематисы, отличные немецкие розочки. А также мы вам поможем выбрать отличные саженцы вкусных ягодных кустарников и плодовых деревьев. Мы поможем вам подобрать все необходимое для их посадки и ухода. Адрес центра сияния в городе Минске такой. Мы находимся на улице Сурганова, 29. Наш телефон плюс 375-44-770-88-20. А адреса и телефоны других центров сияния вы можете посмотреть на заставке в конце этого видео или же на сайте сияние1.ру.